Ябадабаду! Всем привет, мои дорогие! С вами Taurus2190 со своим летсплеем Flintstone The Rescue of Dino and Hoppy. Мы спасаем Dino and Hoppy. И Hoppy, да, это два маленьких наших домашних динозавра, которые были так подло похищены каким-то злым пришельцем из будущего. И теперь мы хотим собрать машину времени, чтобы снова попасть в будущее и... Ну как снова, впервые. Пещерный человек попадет в будущее и будет спасать, наверное, своих животных. Не знаю, что будет дальше, потому что я знакомлюсь с сюжетом вместе с вами. Прошу прощения за то, что вчера я... Эй! Чё за мной ходит, друг мой? Блин, как его зовут? Вот. Блин, я... Да, хотел извиниться, что вчера я на самом деле немножко лажал с переводом этой игры. Нет, какой вчера? Когда я записывал первую часть, насколько вы помните. И сейчас хочу еще раз извиниться перед моим подписчиком Лордом Люцианусом за то, что это он предложил мне пройти эту игру, а я сказал, что это Леон Кеннеди предложил пройти эту игру. Вот, ну, как-то, ребят, правда, после пьянки, если честно, записывал это видео, у меня тогда все в голове перемешалось, даже не было какого-то особого желания записывать, но я записал. Вот, ну, а сегодня, так как я вчера не записывал вообще ни одного видео, это будет такого рода извинения перед вами, и поэтому, как я и обещал, вот уже третье видео, которое я сегодня залью. И, возможно, будет еще, но не знаю, как бы и не переборщить, правильно? 4 видео в день, возможно, это даже чересчур. Итак, как я и сказал, мы, пожалуй, отправляемся на стадион. И, пожалуй, здесь будет что-то у нас уникальное. У нас будет матч, если ты выиграешь, я дам тебе приз. Офигеть, ребята! Я вообще думал, на самом деле, что это платформер, а то, что нам придется еще играть в мяч, причем откуда у них кожаный мяч в доисторические времена, это что-то интересное. Так, у нас есть какой-то лысый человек, но если ты проиграешь, тебе придется тяжело. Так-то, стоп, я не знаю, что делать, это баскетбол, это баскетбол, стоп, так, бежим, стоп. А, мы с центра начинаем. Я думал, это я так хорошо начал бежать. Так, ну что мне делать? Ага, хорошо. Так, что делать? Кидать как-то надо. Что делать? Стоп, отойди от меня. А, я понял, как действовать. Так, отойди от меня. Как, я не знаю, что делать. Как мне отобрать у него мяч? А-а-а! Стоп, нет, нечестно. Побежали. Отдай мяч. Он промахивается, он нуб. Но я не могу ничего сделать с этим. Ага, отлично. Я как-то забрал у него мяч. Ну, пеликан. Есть, 1-1. Точнее, 2-2 у нас, да. Отлично, 23 секунды остается. Блин, это классно. Я никогда не играл в Денди в баскетбол. Блин, так легко, в принципе. А, стоп, не очень легко. Так, отлично. Я могу его убить, у нас нету судьи, а следовательно, мы можем делать с ним все, что хотим. Я могу потянуть время, но... Так, 9 секунд остается, я выигрываю 4-2. Ну же, пожалуйста, лысый хрен, тебе ничего не дастся. Ты не сможешь в фильмах последнюю секунду забить, а я 1-2, и я не закидываю. А время-то закончилось. Ха-ха, да, ты проиграл. Я дам тебе, что обещал. Конечно, ты дашь мне. Отлично, ребята, блин, настолько разнообразная игра, график такая классная, я даже не ожидал, что на NES, ну, может быть, такая миленькая графика, очень классно. Так, что мне дал? Здесь нету никакого выбора, паузы, там, да ничего такого нету вообще. Блин, я не знаю, что он мне дал. Пожалуй, на карте мира у нас 3 стадиона, значит, нам придется 3 раза поиграть в баскетбол, и это самое... Самый легкий, я так понимаю, уровень мы сейчас прошли. Ну, я не думаю, что стоит подряд все сразу проходить. Давайте теперь снова пройдем какой-то уровень. Блин, я не знаю, мне так сложно эти уровни даются. Как я Йетти убивал в прошлый раз, вы все знаете. Несмотря на то, что у меня на запись я оставил столько неудачных попыток. В 3 раза больше было неудачных попыток, которые я вырезал. Это ужасно, ребята. Итак, мы отправляемся в некий городок, который состоит из 5 маленьких домиков и одного большого. Или, возможно, это какие-то лица. Потому что я вижу улыбки на их лицах, я вижу рот их, и глаза, и морщина по центру лба. Ладно, это моя больная фантазия, ничего больше. Итак,
У нас сейчас 4 сердечка энергии и полный заряд пауэр. Значит, вероятно, может, нам действительно он что-то дал? Так, ну ладно, попробуем. Так, снова нам приходится лазить по... Цепляться очень неудобно за это все. Так, бочку разбить надо. Бочку разбить. Что мы взяли? Пачка мы ничего... А что это такое? Ух ты! У нас появилась 5-я слот под сердечко. Возможно, дальше будет эту игру проходить легче, потому что мне очень не хватало всегда кардинально жизней. Так, плавать почему-то я думаю, что пещерные люди не умели. Даже если умели, я не хочу рисковать. Ты кто такой? Это мошенник, посмотрите на его глаза. Это же тот человек, который я только что обыграл. Эй, с пистолетом? Вы что, прикалываетесь? Откуда у меня пистолет? Вы чего, ребят? Ну, томагавк, хорошо, томагавк я люблю. Ну, пистолет-то, вы чё, ребят? Вы давайте себя как-то это... Разработчики, сдерживайте себя как-то, потому что как-то странно. Ну, ладно. Довольно-таки... Бан, откуда у тебя пистолет? Он ещё прячется? Ты твою же дивизию. У меня 2 сердечка осталось. Зуроза ты эдакая. Так, по-моему, как-то можно спускаться. Нет? Так, как мне туда... Ох ты ж, ё-моё, вот это прыжок. Сердечко. Ого, у нас 5 энергии. Но знаете, в чем беда? Я боюсь, что мы можем не допрыгнуть. Допрыгнули, слава господи. Слава тебе, пещерный господи. Так, вероятно, что у них были какие-то свои боги, правильно? Так. Ну, это не прикольно. Не, это прикольно, конечно, но, блин, я не знаю. Фантазии у разработчиков, блин, только позавидовать можно, но... Так, это карниз у нас еще есть, на котором мы можем прыгать. Так, ну здесь графика, кстати, в этом уровне не настолько красочная, как было до этого. Но мне нравится, тем не менее. Нет, все, в этот раз я рогатку брать не буду. В прошлый раз я протупился, потому что сказал, что... Какой мотоцикл? Ребята, или я что-то не понимаю, или... Или у меня вообще мозги поехали, или... Блин... Да ну тебя! Капец. Так, а можем как-то туда попасть, не? Так, можем пойти направо, в принципе. Отлично, сердечек в этот раз много. Да, мне кажется, просто неудачный тот был уровень, потому именно поэтому он мне показался слишком тяжелым. Так, а можно как-то... О, отлично! Отлично! Хватит со своими рогатками, надоели уже, ё-моё. Возьмите себя в руки, ребят. Дрофа. Не знаю, почему я называю дрофа, я никогда не помню, как выглядит. Дрофа! Так... Но мне нравится, я хочу попутешествовать именно вот тут вот. Так, спускаемся, потихоньку, потихоньку спускаемся, спускаемся, спускаемся. Надеюсь, там ничего нет страшного. Так, ну, собственно, оттуда мы... А, в любом случае, так и надо было карабкаться, мы там не прошли. Да уберись ты нафиг, блин. Ну, в принципе, да, если я помню, я хоть и мало смотрел этот мультик, но... Да, там были некоторые подобия и... мотоциклов и все такое. Ну, как бы да, это такая пародия на пещерные времена. Никакой реалистичности здесь речь идти не может. Так, вот пришел момент, когда мы можем умереть. Я не хочу этого делать. Я помню, что в мультике у них там даже... Хорошо, не вздумай. Хорошо, нормально все. В мультике у них там даже бассейн был свой во дворике дома. Да ну, ну конечно, блин. Эти... Почему вы меня не предупредили? Ну почему? А я могу вернуться? Вот. Нет, я не могу вернуться. Блин, ну откуда я знал, что надо, там надо так быстро прыгать? Оно выглядело, как и остальные все платформы. Блин, зараза. Жизни здесь много, хорошо, но они не спасают от падений. Стреляй, стреляй. Конечно же, он выстрелит, когда я поднимусь, блин. Это закон жанра. Да, понятно. Он вообще не выстрелил. Почему в играх несовских, когда до тебя дотрагиваются враги, ты получаешь повреждения? Почему? Это странно. Они же тебя не бьют, они просто до тебя дотрагиваются. Так, 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 хорошо. Так, тут хоть не падаем. А, как бы туда спуститься? Ой, рискнуть. Ребята, я рискну, мне кажется, что там жизни должны быть. Как я угадал, а? Отлично, на этом уровне так много жизней. Так, ну вот, вот это более похоже на первобытные времена. Вот эти вот маленькие, миленькие человечки, которые на нас смотрят так аккуратно. Похожий уровень был в этом. Happy Wheels. Блин, падать туда, не падать. Наверное, падать. Да, лодочка, лодочка, плывет по морю лодочка. Водочка, водочка, плывет по морю лодочка. Кстати, мне очень нравятся такие этапы. Ага, мы можем так сделать. Ага,
Так, так, мне кажется, нам надо, да, нам надо быстрее двигаться. Двигаться, 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 стоп, стоп, быстро, 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 быстро. О, мы взяли жизнь, вот значит, как она выглядит, как голова Фреда, вернее, так часто встречается в несовских игрушках. Рогатка, да мне уже все равно эти рогатки, мне главное тут не опоздать. Так, что здесь есть интересного, что мы можем взять, а нам ничего не нужно. Жизни у нас так, полным-полно. Так, паук, блин, как я... Какого черта Фред начинает, блин, прыгать, как ненормальный? И не знаю, он боится пауков. Я тоже боюсь пауков, но я от них так не прыгаю, и я не падаю в воду из-за пауков. Понимаете, в чем разница-то вся, ну? А, зараза. Да ну дрофа! Да нет, это не дрофа. Так, блин, бред какой-то. Почему, да, почему я не могу помигать после ранения, а, ну, не терять хотя бы способность управлять собой? Управление гневом, блин. Может так выражается состояние эффекта у него, он злится на всех этих существ. Сейчас мы пристрелим паука, если это реально, конечно. Отлично, отлично, и сердечко возьмем. Еще один паук, замечательно, замечательно. Кстати, у меня немножко подлагивает игра, или мне так кажется? Возможно, кажется. Так, снова поднимаемся наверх. В принципе, уровень-то не сложный, да? Я думаю, мы с ним можем легко справиться. Ну, там брать нечего, у нас жизни полная, у нас все полное. Так что, я думаю, все будет в порядке. Так, хорошо, все. Значит, мы дошли до куда-то. Длинные уровни, я вам скажу. Так, за это можно хвататься? Да, можно за это хвататься. Здесь колья нас подстерегают. Дрофа. Почему дрофа, блин? Это, или грифон, я не знаю. Ну, наверное, доисторическая птица какая-то. Я помню, там какие-то были вымершие птицы в древние времена. Скелетик динозавра такой улыбается. Череп. А, хорошо. О! Спросите, кто это? А это наша жена. Это наша женушка. Фред, я по тебе так сильно скучала. Какое-то у меня лицо страшное, я бы не хотел с ней жить. Мне интересно, все ли в порядке с Диной и Хоппи. Этот парень на моем пути и не даст мне пройти. А, наша жена... Ну, конечно! У всех, блин, какие-то появляются проблемы, когда они доходят до босса. А Фред, блин, со своей дубинкой, это лучший вариант. Вот только он может спасти планету, блин, и наших динозавров. Блин, вот это некрасиво, блин. Реально, друга, мужа кидать вот так вот на произвол судьбы. То есть... Представьте, домашнее животное важнее, чем муж, блин. Ну ладно, что я могу сказать. Возможно, в первобытные времена так было принято. Я уверена, что он работает на доктора Батлера. И у него есть какие-то части машины времени. Возьми этот каменный молот. Я уверена, что он поможет. Опасайся, Фред. Ну, в принципе, да, мне это нравится больше, чем... Томагавк мне нравится намного больше, чем... сами понимаете, что. Хорошо, что я ни разу не погиб, еще не останавливал запись. Так, ну что ж. Ух ты. А, ну на... хорошо, на... нас отскакивает. Блин, ну как? Вот это все, что он может делать, капец. Ага, ну он еще так может делать. Но у нас-то, мы же можем к нему и не подходить, в принципе. Вот как его можно сравнить по силе с Йетти, скажите мне. Капец, вот это и все. Просто офигеть. Мне кажется, я просто выбрал неудачный уровень в тот раз. Да? Вы так тоже думаете? Мы получаем силу большого пещерного человека, который в 3 раза больше нас. Это была битва Давида и Голиафа, и Давид, как всегда, победил по законам Шандра. И берем торговую марку. Торговая марка Голиаф называется, да. Ну, конечно, Йети был в 100 раз сложнее. Итак, наш Гонза, наш друг с чужой планеты, делает какие-то неприличные жесты, возможно, это опять же моя фантазия, и у нас еще больше становится частей машины времени. И так как мы очень быстро справились сразу с 2 уровнями, если можно назвать уровнем баскетбол, пожалуй, мы пройдем еще немножко. Сейчас я остановлю и продолжим. Итак, ребята, куда мы отправимся, как вы думаете? Значит, смотрите, мне кажется, что если идти вот туда вон в замок, это вот самое сложное там будет, да? Потому что я всегда, когда шел налево, все бывало самое сложное. Ага, вот какой прикол. То есть все, с кем мы разговариваем, они за нами начинают следовать. Вначале наш друг, опять забыл, как его зовут. И наша жена, я тоже не помню, как ее зовут, я думаю, это не особо важно. Налево, мне кажется, все должно быть сложно. И видите, там что-то есть подобие моста какого-то. И мне кажется, если... В общем, там продолжение игры.
А здесь нас предстоит один уровень. Ледяной, блин. Почему-то все у меня ассоциируется со льдом. Всякие неприятности. Сложный уровень в контре, сложный уровень в первом Мегамене. Айсмен, ну ладно. Что, попробуем еще побегать? Тут, как назло, видео снова исказилось. А очень жаль, ведь я победил 8-0. Да, конечно, вы мне можете не поверить. Проблема в том, что, чтобы снова поиграть в этот уровень, мне придется проходить всю игру сначала. Я не знаю, стоит ли это делать. Но и выложить сегодня это видео стоило, поэтому я просто вырезал эту искаженную часть и, значит, оставлю пока все так, как есть, более короткое такое 15-минутное видео. А завтра тогда, пожалуй, я придумаю, что сделаю с Флинстоунами дальше и... В общем, разберемся, ребят, разберемся. Оставайтесь на линии, спасибо вам за просмотры.